Добрый день, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Очень приятно, что вы с нами, и если вы будете постить наш видео, это поможет нам продвигаться. Я думаю, будет интересно, как я обещала. Сегодня обращение к Алексею Алексеевичу Венедиктову, который выезжает в европейское турне, а также побывает в стране Европейская Латвия, и вроде бы у него намечено два интервью. Я уже задавал вопрос в чате канала «Живой гвоздь» Алексею Алексеевичу. Он так и сказал на днях, что я открою вопросник. Это открывается завтра, по-моему. Да, завтра. И я продублирую этот вопрос ему туда, в Facebook. А сейчас я хочу это сказать во всеуслышание, о чем я попрошу Алексея Алексеевича на встрече в Латвии. Вопрос: почему родившимся в Латвии и на территории Латвии, Латвийской Республики, а также в столице, городе Риге, во времена Советского Союза не присвоено гражданство латвийского государства, о чем обещалось, и, по-моему, об этом говорится в Конституции Латвии, на момент 91 года получения Латвии независимостью таких не граждан на данный момент было 67 тысяч. Я думаю, за 31 год их количество поуменьшилось. Поэтому озаботится ли латвийское государство этим вопросом? И сколько может продолжаться эта сегрегация на территории европейского государства в Европейском Союзе, где нарушаются, если мне память не изменяет, как минимум 3 поправки Венской конвенции о правах человека 1968 года вроде. Будет очень приятно увидеть в вашем интервью, а может быть, передачу об этих интервью, ответ на наш вопрос, чтобы услышать, ну, хоть что-то из латвийского государства на вопрос, который касается именно этого. Большое спасибо, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайк, это нам помогает. В общем-то, будет выходить новый выпуск буквально, я думаю, сегодня. Эти два дня я не выходил, потому что, друзья, просто было невозможно. И ваши ответы на ваши вопросы в чате, и они тоже будут. У нас новый цикл «Дневник нелегала. Как попасть за границу и начать свою жизнь в новом мире». Поэтому смотрите за плейлистом, за новинками, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот выпуск «Дневник нелегала». Ну и, конечно, другие интересные выпуски из того, что происходит. Я думаю, вам понравится, они теперь будут короткими и интересными. Спасибо, друзья, еще раз напоминаю, не жалейте поставить лайк, это хотя бы меня стимулирует на то, чтобы продолжать, друзья, делиться с вами и донести вам, чтобы вы поняли к 10-й передаче всю суть. Друзья, осталось посмотреть немного, поэтому подпишитесь, и вы поймете, почему все так именно происходит. До новых встреч! В эфире.